Ломаченко в кроці від абсолютного чемпіонства у світі. Василь переміг Люка Кембела абсолютно заслужено, але особливої ефорії від цієї перемоги, можливо, і не буде, бо більшість все ж таки очікували перемогу достроково. Хорошо підготовлений був функціонально, зі своїм планом на бой. План его состоял в том, чтобы удерживать Василия на дистанции, двигаться, мешать постоянно передней рукой Василию. В принципе, я считаю, что со своим планом он справился. После экватора боя Ломаченко спробовал додавать, но Кембел встояв, недаремно олимпийский чемпион. Має техніку, мав плав на бій і його дотримувався. Але раунд за раундом явно були за Ломаченком, тому він особливо і не намагався нагнітати. Хоча в 11-му раунді відправив суперника в нокдаун. Кембел втомився і загалом чистенький бій під кінець трохи побруднішав. Василий временами, да, казалось, что мог вот-вот уже дожать противника, но пару раз гонг спасал англичанина. В некоторых моментах... Він сам себе рятував. Да, в некоторых моментах, да, он сам себя спасал благодаря борцовским приемам, да. Ну, в целом, все равно, победа есть победа. Хотелось бы, конечно, досрочной победы, но, тем не менее, Василий все равно показал высокий класс бокса. Поздравляем его с третьим поясом. Три пояса теперь в его активе. Ну и ждем теперь поединка Теофила Лопеса с Коми, да. И я думаю, что, скорее всего, там, наверное, Лопес выиграет. Хотя, может быть, все что угодно, но... Василий сам давал как-то интервью, что хотел бы встретиться именно с ним. Почему? Потому что Лопес там позволил себе не очень лестно высказываться в адрес Василия. И я вижу, что, видно, задело это Василия, и он очень бы хотел встретиться именно с ним. Я думаю, что если этот бой произойдет, победа будет на стороне Василия, без сомнения. Знову перемога Ломаченка абсолютно заслужена. Далі абсолютно чемпіонство, до нього крок. А які ваші враження від цього поєдинку? Напишіть про це в коментарі, підписуйтесь на канал StarGarodSport. До зустрічі, пока!